Вы, наверное, как вот ремесленник, гончар, вы, наверное, согласны с тем, что женщина – это священный сосуд? Первый раз слышите. Ну что, сосуд, да. Просто мимо шла и зашла, и все, и форштейш, прехан зидойч. Миллионы просмотров и комментариев. Герои наших сюжетов становятся народными героями интернета. Целый год команда «Толка» помогала десяткам жителей края, которые не могли достучаться до власти. Проблемы политики, ЖКХ, образования, спорта. Даже шаманы приходили на помощь. Второй год подряд мы не даем расслабиться при службе классического вуза. В качестве подарка на день рождения хотим, чтобы Дмитрий Марин перестал препятствовать нашей журналистской деятельности. А почему мы не аккредитованы? А я не уверен, что у вас даже есть лицензия. В смысле? Вместе с нашими зрителями мы переживаем, помог ли ритуал алтайских моржей убить коронавирус. Воду! Аплодисменты тащим его! Тубим! Держим, держим, держим! Корона осталась! Все! Мы по-прежнему удивляемся вместе с вами. Вместе с Сергеем Дугиным мы знали, 2019 год будет прорывом. Поэтому иногда нам приходилось выезжать на такие съемки, как это. А это фекальный фонтан, который выбил стекла жилого дома. Весь этот год мы пробирались через снежные районы. С интересом наблюдали, как краевые чиновники лишаются своих депутатских мандатов. И, конечно, вместе со всем миром следим за пандемией. И как она изменила жизнь миллионов людей. Съемка запрещена на людей. Нет, не запрещена снимка. Ты видишь воду простую? Нет, я вижу алкоголь у мужчины в руках. Наша съемочная группа находится в Змеиногорске, в очаге распространения коронавирусной инфекции. Как вы помните, за сутки здесь было обнаружено 38 случаев заражения. Мы находимся в Красногорском районе, решили посмотреть, как работает дистанционное обучение в условиях пандемии. Даже сейчас, каждый день в таких непростых условиях, редакция «Толка» продолжает работать для наших телезрителей, чтобы быть их глазами в условиях самоизоляции. Ирина Корчагина, «День с толком».